Здравствуйте, друзья. Все, включение из деревни, как обычно. Смотрите. Просто что ни день, то подарки. Прям Новый год какой-то. Тут все девочкам отправляют, но я радуюсь вообще-то не меньше. Такой вон плед классный. Его я достану. А вот здесь я решила им оставить. Вы посмотрите, сколько вообще всего. Это записочку я уже прочитала. Сколько тут вообще всего. Я решила девочкам дать выбрать любимую игрушку из всех. Вы посмотрите, какая вообще милота. Сова. И злобный петух в нашем птичьей, в нашей птичьей коллекции прибавления. Прелесть. Все, сейчас пойду девочкам показывать. Вон они там уже в ожидании. Сейчас посмотрим, кто что выберет. И вкусняшки я пока оставлю для дома. Сейчас будем только играть. Все. Пока здесь. Займемся дикими игрищами. Сколько мечей. Просто прелесть. Что это? Что это там вам принесли? Что это такое? Что это такое вам принесли? Ой, дратуйте. Красотуси какие здесь лежат. Красотуси. Можно мне пройти тут? Вам кое-что принесли. Скажу, что это? А что это? Пойдемте. Пойдемте сюда. Что там, Венза? Пойди посмотри. Пойди посмотри. Что это там? Что это там, Буся? Посмотри-ка, что-то там. Что-то там такое. Что-то... Это вам подарочки прислали? Наши друзья, которым вы очень нравитесь. Ну-ка, распаковывайте. Да никого тут нет. Я специально подождала, пока все работники уйдут, чтобы не отвлекать тебя. Ну-ка, ну-ка. Иди посмотри. Посмотри скорее. Ой, петуха Веня выбрала. Буся, ну посмотри еще. Там тебе тоже, наверное, что-то есть. Давай, давай. Ну-ка, ну-ка, что там? Что там? Давай, выбирай. Давай, выбирай скорее. Давай, я тебе помогу. Выбирай скорее. Ой. О, что там? Это ты так это, наполовину в коробке сидишь? Ну, что там такое интересное? Мячики. Мячиков сколько? Вот так вот, вот так мячик надо. Мячик, ой, мячик, 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 мячик. Ой, мячик круглый. И этот круглый мячик. Никак не схватить. Ой, ну что такое? Что такое? Что, Леня, обратно в коробку убираешь? Все, запаковываем. Что там? Что? Все мячики теперь охота. Мячики новые, да? Давно у вас мячиков-то новых не было. Бубка, давай доставай. Давайте доставайте, что как эти, немощные какие-то. Давай, давай, давай. Давай. О, сова. Скажи, ее достать легко. Ой, мячик хочется, но коробка эта вообще не достать никак. Ну давайте головой подумайте, обленились уже совсем. Я вас разбаловала. Петуха уронили. Ой, звери. Буся. Ой, сколько радости. А тебе этот надо, да? Пойдем, пойдем. Пойдем скорее. Ой, как они по мячикам соскучились, оказывается. 100 лет у них мячиков не было. Ой, спасибо огромное. Все. Радости полные штаны. И уже радости полные штаны и сдутые мечи. Слышу там. Чохлый Кастя, сдула мяч? Давайте его бросаем. Давай. Ой, мячик. Ой, мячик. Ой, как здорово, да? Мячики вам прислали. Мячики вам прислали. Ну-ка. Давай. Ой, кайфушники. Что там, у Вени мяч, да? У Вени свой мяч. Неудобно мне, конечно, кидать одной рукой.
обязательно с переворотом. Одной неудобно. Ну все, это уже не мечи, это какие-то плюхи, блин. Все надо. Ой, все мечи надо. Все. Все. Все мячики. А тебе куда еще один? И ты куда его? Буся, Буся, давай, погоняй хоть. Классно. Ой, девки, счастливые вообще. Счастливые девки. На бочке сидят. Ну, уйди, уйди. Тебе все надо сразу, да? Буся. Так, ты разбудилась, Саша. Не знаю, за что схватиться. Просто петух у нас вон лежит. Залетел на бревно. А снимать его никто не хочет. Надо будет самой снять. Бубка коробки почему-то не очень любит. Потому что, наверное, ей много чего в коробках приносит. Поэтому ей сами коробки не сильно интересны. Залазь в коробочку. Чё, мячик надо покидать тебе? Как, ну, коробочка так-то хорошая. Так-то хорошая коробочка. Ну, коробку отметили как полученную посылку. Все. Коробка при деле. Ой, никак, не знаю, как не подступиться. Ой, и бежать. Все, добычица, добычица с мечом своим идет. Желтый тебе к лицу. Вот, все, все, говорит, мы с мечом лежать. Классно, да? Друзья. Друзья, хотим сказать большое спасибо всем нашим спонсорам на всех площадках, кто нас поддержит в Патреоне, в Пейпале, в Сбербанке. Вот, благодаря вам мы купили большие деревья, большие две сосны в Олег девочкам. Их должны вот на следующей неделе привезти и посадить. И мы пока разошлись во мнениях с Вовой, куда их все-таки нужно укомплектовать. В какую часть вольера? Сейчас я вам покажу, куда мы думали, в чем разошлись, и вы нам, может быть, что-то посоветуете. Все, спасибо большое. Вот, вот еще... Купили наконец-то и привезли нам деревья и доделаем Лушин комплекс. Наконец-таки, я вообще ждала этого 100 лет, прям не дождалась. Надеюсь, получится классно. Вот, я сначала думала, что посадим их вот сюда, чтобы вот здесь росли сосны и была полноценная тень. Но потом Вова сказал, что, во-первых, они перерастут и тени уже не будет.
Это во-первых. А во-вторых, нам с веранды вон оттуда будет совершенно не видно, чем они занимаются, потому что сосны будут кронами заслонять своими. И потом мы подумали, куда же их садить, деревья эти. И решили, что вот в той части. Либо вот в той части в углу, либо, может быть, вот здесь посерединке. Ждем ваших советов. И, наконец-то, все, вот деревья привезли. В субботу их установят здесь все. Достроим этот комплекс. Наконец-таки. Так что, как вы считаете, вот он, вольер. В какой вообще части посадить две сосны? Я вам видео с ними отправлю. Опа, футболистка. Все, с вами как-то проще определиться, что, как и куда садить. Смешные. Ладно, друзья, все. Всем пока-пока. Ам-ам-ам-ам-ам. Мягкие лапки. Буп. Буп-буп-буп-буп. Буп-пи-дуп-пи-дуп-пи-дуп-туп-туп. Все, пока-пока-пока-пока.